Число погибших при взрыве в результате утечки газа в гаванском отеле «Саратога» достигло 22. Среди них один ребенок, 64 человека госпитализированы. Об этом сообщила администрация президента Кубы. Взрывной волной разрушен фасад здания до 5-го этажа. Пострадали соседние строения. Власти назвали произошедшее несчастным случаем. Ранее сообщалось о 8 погибших. Продолжается прием крови для раненых. На месте трагедии идет поисково-спасательная операция. Версия о теракте исключена.